Полетные птицы, только вы наш одним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Нежный образ в мечтах ты голубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Чтоб с тоскою пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом. Я як истребитель. Мотор мой звенит. Небо моя обитель. Но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер спит. Я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит. Меня механик заштопал. А тот, который во мне сидит, опять составляет штопор. Из бомбардировщика бомба несет смерть. Аэродрому окажется стабилизатор, поет мир вашему дому. Вот сзади заходит ко мне мистер Шмидт. Уйду, я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке. Запреты скорости все перекрыв, я выхожу из пике. Я главный, а сзади, ну чтоб я сгорел, где же он мой ведомый? Вот он задымился, кивнул и запел «Мир вашему дому!» И тот, который в моем черепке остался один и влип, меня в заблуждение он ввел и в пике прямо из мертвой петли. Он рвет на себя и нагрузки вдвойне. Эх, кто же мне летчик-ас? Но снова приходится слушаться мне, и это в последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь, уж лучше лежать на земле. Ну что ж он не слышит, как бесится пульс, бензин моя кровь на нуле. Терпенью машины бывает предел, и время его истекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но
Но что это, что? Я в глубоком пике и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, я напоследок спел: мир вашему дому, мир вашему дому.